я смелый только на сцене и в кино. А в жизни я не могу вот это сделать. И, естественно, я лучше артист, чем он. А он лучше шахтер, чем я. Потому что, ну, это с молоком матери. Да, мы сразу договорились, что я играю в самый счастливый день из жизни Ивана Денисовича. Способен я через такое пройти? Был бы. В артисте что самое главное? Глубина. Привлечение внимания к личной жизни вот вне своей работы в нашей семье считается не, как это сказать, не камильфо. Да? Чтобы рушить, нужно что-то создавать такое, которое могло бы это заменить. Я уже просто им стал и им был.